Дал тычку. Так. Обос... Я... Где помощь? Так, вон на маяке вижу кого-то. Двое. Во, так. Чё открыл? Во, во, молодцы. Грёбаный вот этот... Блять, прицел появляющийся. Возле дверей. Жду сейчас, выжидаю, завалить одного. Через щель буду палить. Все внизу тупо, да? А эти трое. Трое. Внизу. Далеко, 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 бляха, я хоть жду его ближе. Ха! Скэри, бро! Скэри! Бля, уходит. Угу. Мудила. Нет. Да, 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 нас рейдят. Поляки обосраны. Рекордс. А. Не-не-не, видишь, они простреливают как. Хэдшот. Тычка. Рекордс, слышишь? Да. А ему подходит к вам. Пати нужно открыть, блядь, дайте мне пати. Давай, залетай, 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 залетай. О, блядь, давай. Не могу пати тебе кинуть. Убил плохо. Давай. Блядь, он меня убил. Он уже здесь, нет. Есть у тебя еще что-то из оружия с собой? Ничего нету? Короче, чекай, болтовочник, там, где наша дверь, видишь, с веслами и кругом. Он справа давай там выходит. Давай чуть-чуть попроще. Долби! Наши, короче, весь свой, который у нас был. Тихо! Отдай, пожалуйста, мне лидера, я пойду наших двоих в тиму приму, если у вас сейчас никто не зайдет. И будет хоть поудобнее. Я потом лидера отдам. Бежит, 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 смотри. Спасибо. Я лидера отдал. У нас, ну, сейчас это. Еще два человека будут. Бля, уронил, подними. В ноги застряли сейчас. Ага, промазал. Ах ты, сука. Видел его, он наверху был. Я тебя скинул. Здесь я, здесь. Они, короче, в наши времянки сейчас засели. Вот, с Граником. И один, по-моему, в нашей башне сидит. Слышите? Топает. Давай я голову туда выйду. По дому я Вадим. Бегаю. Я по дому. А, нет, это наш там бегает, наш. Короче, остальные в этой кибитке железной. Вот в этой. Так давай сейчас разрывными, вынесем кибитку. Давай попробуем, там должен быть как минимум один фуловый. Пусть меня добавят, это я, типа. Сейчас я пошел. Нельзя тебя добавить, дрозд, 8 человек. Здесь двухстволка нужна, не берданка. Не надо, не надо, у меня куча всего. How are you? Shut up, bitch. Ага, я понял. Да я залечу прям туда. Он снял дверь. Да ты бежишь. Не понимаю я, где он именно. Ага, вдвоем сидят справа и слева адекват. Понял. Так, что у нас есть такое, что было бы этим? По сплэшу было бы. Да, так их нет. Я не знаю, кто их всех унес. Есть. А у тебя есть? Да. Иду. Крылья. А кто с Элки стрелял сейчас? Они? Нас, сука, блядь, ебало зажигательным. Ааа, хорошо ему. Где это? Отойди, 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 отойди от двери. Так что, нет пайпа? Нет, нет, мужик, нет. Они дальше сидят, дальше, глубже, дальше, поняли? Слева и справа. Давай ты первый голый. Давай я зайду им. Чехни. Справа. Справа. Справа.
Попробуйте разрывными их достать, пацаны, справа. Чуток, загляни туда. Накидал? Кого-то калечил жестко. Калечь, прям да, жестко да, калечь. Да. Они сдохнут там просто от разрывных. Еще кого-то калечил. Убил одного. Убил второго! Минус давай, все! Давай. Заебись, красавчики. Они все повыкидывали. Паники, ебасьте. Мы наверху. Сорян, сорян, это я зажигательный. С факелом зажженным, это наш бежит. Там сишка лежит. Все, лутайте и в печную, ребят, несите, в печную. Там разберемся уже. Откройте печную, у меня full инвентарь. Погнали, погнали. Следом, бомж какой-то. Сейчас дальше идем. Наш, с факелом горящим наш бегает. Пойдемте, пацаны, пойдемте. Пошли. Вон, дропайте в эти ящики, потом разберемся, что вам там надо, что не надо. Скидывайте, фастом туда, бежим снова. Там дальше лутать надо. Бонь, название серверов и этот, пароли не человек произноси ником... вслух, мало ли. Я человек понял. С ником Драт. Ты со стримом? Ваш нет. Да. О, нихера себе, всем привет на стриме. Парни, человек получилось. С ником Драт. Дратуйте. Парни. Ставьте лайки, пацаны. Парни, чек с ни... Парни, чек с ником Драт. Ну, ваш или нет? Наш Дрозд. Да, нет. Не. А, он просто стоит там. Бонни, еще ящики. Бердан, просто да. Драт нет. Я сейчас кравчу. Драд. Именно Д. Р-А-Д. Нет? Наш. Наш. А, все, понял, да. Скидывай, пока я заберу. Вашу базу так неплохо накоцали-то. Кафе разобью. Давай. Во, все наше здесь. Неплохо. О, ебой. Собирайте, быстрее собирайте. Еще куда? Там же дерево есть, нахуя. Все, пацаны, ткань возьму чуть-чуть. Кройте, я ухожу. Все золотами. Ой, красавчик. И вся наша сера, весь наш порох, все здесь, при мне. Они, дураки, ничего не выносили. Не открой. Да. Залетай. Бля, пацану, вы пиздец бля, вовремя. Спасибо вам огромное. Слышь, у нас тут стрелять. У нас только кавалеры были. С тебя лайк на стрим. Жена, может ты без тебя? Да без бэ, тогда в личку мне кидай в ВК, я тебе поставлю лайкос. Царский залеплю. Разве нельзя больше 8? За тебя. Здесь вот на полу соберите там и порох, и... Так, все, кто, Спирит, ты там тут главный или кто? Я вчера помогал. Ну, относительно. Так, ну чекай, что тебе именно надо, забирай. Поставь. Надо тебе там серый или порох для своих рейдов, ты потратил эти, вот, разрывные, бери. Да, а, верни, тьфу, блядь, это иди смотри чекай, короче, Бонни, забирай возьми часть. Ящик. Сейчас, дружище, погоди. Ты забрала? Я один карач. Спирит, братишка, иди бери. Нет. Тут вот так хотел. Вот забирай. Устроит тебя? Хорошо, только я бы еще МВК чуть-чуть прихватил. Прихвати МВК, прихвати. Что-то человек улетел в бан. Не, пацаны, от души спасибо, затащили. Ой, есть стекло. Стекла нету, братан, нету. Этого точно тебе говорю, нет. Бронирован. Сейчас в крафте посмотрю. Битку им застройте. Могу скрафтить. Блин, у меня... Да, кибитку надо застроить. Так, вот. Еще ящик скину вам. Посмотри, пожалуйста, вот это я возьму без проблем. Я сейчас скину все, что мне нужно. Ладно. Вот это вот. Ух, блядь. Рокет лаунчер оставь нам, пожалуйста. Хотя нет, забирай наоборот, у тебя с охранением будет. И ты потом, если что, скрафтишь. Если что, потом нам скрафтишь его. Забирай. На, держи твои бронированные еще сверху окна. Спасибо большое. Вот это пацанам спасибо. Вот это да. Но без них бы никак. Если бы не разрывные, они бы там так и сидели.
Ну, у нас был, конечно, шанс прорашить их все-таки, типа, на шару их завалить там одного, ну, типа, прыгая друг за другом, но все равно разрывные затащили, здесь не поспоришь. Две сихи. А, у нас все кочегарят уже, да? Вот это я зашел опять, да? You are starting again to play? Yes. Okay, very nice. I'm playing here too. Oh, nice. Смотри вот это. Здорово, ты слышишь? Подскажи, у тебя тут рядом жил какой-то клан здоровый? Вон там на север получается. Ну, они так там, они до сих пор живут, они и есть, кто нас сейчас рейдил. True the fact. Их забанили сейчас, по-моему. Подожди, там чел бежит какой-то. А, это наш, ё-моё. В смысле, их забанило сейчас 4 человека? Вот тут недалеко, недалеко вот этот, вот тут вот метров, наверное, ну сколько, 300, там дом был. Просто нас сегодня с утра убивали какие-то бомжи, точнее, не бомжи, а читеры, скорее всего. И сейчас их забанило, я пошел дом посмотреть, а там нихера нету уже. Вот, смотри, его бы отсюда можно было видеть? Кстати говоря, привет, Фокус, как твои дела? А, вон ну, там вот подальше? Видишь, там стоят эти... Да, да. Вот. Не, этих мы не знаем. Стоят по одному, тут дом был? Не, ну у нас мы не видели его, не было. Ну вот два шкафа, которые там стоят, это мои шкафы стоят. Там был тупо фундамент огромный, и все. Нас просто сейчас рейдить начали, и вот полетели баны в чат, и чела, который нас рейдил, забанил, просто пришел и начал выдалбливать печки нам. Как нихер делать. И просто в бан улетели все. На месте вот этого так. Ящика? Да-да, я там планировал. Надо это дело подготовить. Вот этот ящик-то пустой, перекинешь адекват? Кому проигрывать-то, блядь? Все, третий верстак. Так, чё кого? Где он? Там еще? Да. Я, конечно, одет по-царски. Ну чё, погнали? Это у тебя же, да, в тиме? Ну вы же с нами вчера рейдили, да? Говорливый. Да. Бляха, ты ему скажешь, чтобы он поменьше болтал? Он, короче, мой сосед, который меня заебал. Но я его бахну сам. А, вот эту бодягу он хочет бахнуть? Да это изи. Так-то. Короче, ребят, объясняю суть. Это те ребята, которые с нами рейдили вчера. И они говорят, что их задалбывает вот этот сосед. Да. И типа... Может помочь здесь? Вот, и короче, мы ему отдали нашу кибитку, вот эту, которую сейчас зарейдили поляки, подселяем их к себе. Ну, о, типа, знаете, да, что-то вроде под защиту. Нашу, когда мы сами пострадавшие, но тем не менее. Ему будет явно спокойнее, его не будут кемперить под домом. Пацан не справляется, пацан бомбится, ну, блин, шо ж. Надо помочь братишке, подселим его к себе. Тем более у меня в тиме свободно как минимум всегда 3 места или 2 места. Я заберу, что там надо. И я могу... их брать к нам в тиму, чтобы мы видели друг друга. Вон вот херню, падай вниз. Вот-вот. Все, погнали. Да выселим его, выселим. Как я-то думал, там база какая-то лютая прям стоит. Да не, я могу прямо сейчас пойти пофармить. Просто серьезно, ну реально грустно. Да все не грусти. Мы-то не грустим, нас ну, вообще зарейдили. Полчаса подряд ты выходишь из дома из пайпа поебало, хлоп. Понимаю. И так полчаса это неприятно. Подряд. Че там у тебя? Обустроился? Че, дверь не закрываешь? Ну да, более-менее. Да я только... Так мне это, ресурсы должны были занести. Ну и занесли. А-а-а. Сейчас закрывает дверь, да-да-да. Ну тут маленько, да, неудобно то, что со второго этажа заход, но я думаю, ты пристроишь что-то такое интересное и сделаешь. Открывай ворота. О, красотища! Чекай, пацаны, у меня есть план, прям лютый план. Знаете какой? Нам надо найти коптер. И причем это очень важно и очень срочно. Знаете для чего? Мы багом выбьем шкаф. Вы же мне рассказывали про баг о том, что выжигают вражеские шкафы с помощью коптера. Мы врежемся в этот армор и попробуем выжечь этот шкаф. Как вам такая идея? Не знаю, я по поводу такого бага не слышал. Ну кто мне рассказывал? Попробуем выбить шкаф таким образом. Если не получится, рейдим армор. Я не Пробуй. Знаю, как это реализовать. Но просто летишь на всей скорости вперед и вдалбливаешься в армор. Ты дурак, что ли? Ну ты серьезно, а? Это серьезно, так надо.
Извини. Аккуратно. Кто это? Я понял. Ну, это враг был. Так, билда у меня есть. Че, тиммейт, бежи, слушайся. Мы шкаф выжигаем. Только не говорливый. Ну его нахер. Это именно он. Ну что, серьезно? Тогда скажи ему, чтобы это не болтал. Надо было наверх, наверное. Крыша. Не-не, погоди, ждем. Здорово. Я не буду много болтать. Здорово. Я прям давай, давай. В уголочек верхний врезался. Хай, хай. А что случилось у вас? Объясните, Петра, да. Блять, какой же ты ненормальный. Ничего у нас не случилось. Выжигаем шкаф. Ну, хорошо. Не, я просто не знаю вообще. Братан, я же вам серу уже принес 1002 или 4. Да-да-да, но мы пробуем баг. Ну что-то как-то ничего. Билдинг блок. Придется взрывать. У нас есть уже разрывные. У нас есть 4 этих гранатометных заряда. Будем тратить или в рейд используем? Да, конечно, используем сейчас. Сейчас что используем? Их, что их мусолить-то? Окей. Пошел тогда мусолить. Сразу. Бахну их. Да хоть посмотреть, послушать на это все. Так, короче, шкаф стоит. Вот здесь. И вот здесь. Вот, вот здесь лучше всего. Вот здесь он стоит. Я просто точно помню, как он это. Сейчас я... Короче, дайте я по видосу гляну. Дым? О, это не эксплозив, патроны были. Подожди, а что за херня? Я разряжал, они были экс... Смог гранейт, ясно. Гранатомет отменяется. Черт! Флейл, блять. Ну-ка. Всеми возможными пытаетесь шкаф скрыть. Ой, блять, я аж присел, я застрял. Чё? Вот так. Ой, я ничего не вижу. Знаете, что там работает? Хочешь прикол? Стой, стой, стой. Да стой. О, все, вроде вылез. Застрял? Неплохо. А что за болтовка? Это вражеская болтовка. Убила меня. Нет. Черт, болтовка. Инстан. Опа! Это эти, да-да-да. Надо вооружаться, ребят. Я вижу лазер. Раз, да? Где, откуда он стрелял? Тут 50 стрелял. В стороне маяка есть еще кто-то. Это наши, возможно. Это наши, скорее всего. О, во времянке! Кто? Чувак это. С болтовкой? Рейдбудка, да. Нихера. Красава. Так она же зарейженная, нет? Тобой. Да. И типа его можно достать там? Нет, он застрелился. А, не вижу его вообще. Так а чё, я пошел ему под хату с томиганом. Я был авторизован, я не знаю, он мог выпить спокойно. Цыка, дурак. Пошел нахер. Get back, boy! За домом гаража, чувак, ребята. С Валерой. За домом гаража, чувак? Какой дом гараж? Смотри, чтоб тебя не убил. Блять, сверху. А нахера он по нам-то стреляет? За черепахой. А, нет, это не он стреляет, или он, я не понимаю. Сейчас, смотрите. Не хочу, вот что за херня-то, блять. Убит, нахер. Стори, это наш. Иди. Дрос, ты нужен, если авторизован, амбразуру снять. Я вот бегу. Да. Он резнулся. Да я понял уже. В этих сундуках справа очередь есть? Убил его. Парни, копии есть, копии есть. Надо им кровать сломать. Бонни, мы здесь. Все, лутай его. Что у него было? Авторизовался, выписал. И много стаков патронов. Подожди, болтов. Инсейн. Калаш. А. Так.
Так, я тоже авторизовался. Сейчас я делаю замок. Все. Вход застройте. Там и вход сейчас застроим. Сейчас я занесу калаш, все дела. Sorry. Так, застраиваю сейчас ему в первую очередь вход. Готово, все. Ну вот и все. До свидания. Так, все, долблю, ребят. Ребята, кто в башне? У нас враг в башне. В РХБЗ. Слышите? Угу. Дал ему. Он вообще должен сдохнуть. Он с бигом. На первом этаже. В окне там. Может открыть нашу дверь и это убить его просто. Все. Вот и все. Отдыхай. Инсейн, ё-моё. Он все, он в курсах, что мы рейдим наш шкаф. Что там творится? Я даже сбил на нашем доме, что кто там кричит чё-то. Он там... Он там... Иди меня, хуй. 800 хп. Нет, это не инсейн. Голос другой. А кто грейдит? Блядь. Он что-то грейдит прям. Он новый ставит, пидорас, инсейн. Бери у него хайквальч. Вот мудак. Угу. Новый адекват шкаф. Вообще. Дежурь тогда на крыше вот это вот тогда. Угу. Вот же мразь, я же тебе говорил, он что-то мутить будет. В сторону воды, короче. Можешь? Меня убили на крыше! Ёкай, блядь! Хикус, блядь! Убил его. Адекват, хорош. Пожалуйста, будь бдителен. Иди да лутай. Я бдителен, блядь! Я пиздец как бдителен, блядь! Такая давай, давай, ты бежишь? Типа. Да. Как он каменным патроном меня... Алло, блядь! Алло, блядь, стоп! Стоп riding my base. Окей? Он внутри. Он внутри, да. Бич. А, у вас тип в хате, бать. У вас тип в хате. This is my base. Брат, тебе помочь, нет? Чем? Убивать. Вали голод. Окей, окей. Триста хп осталось, перед ребят. Чем там хп было? Аккуратней бой. Без прикрытия. Опа. Оп, блядь, стоп рейдинг ма бейс. Так. Сейчас я это... Шкаф, пош... скрафти адекват. Вышка, если что, зашел. Гайз, стоп рейдинг. Шкаф, понял. Окей. Что там, мазафака, you must fucking idiot. There is no capture. TC I have here, guys. Лови вот это. TC is here. Why you destroy this wall? Блин, нам надо выкурить этого мудозвона оттуда. Потому что он может внутри шкаф поставить, ребят. Убил этого, который был с елкой. Адекват, пошли пушанем этого мудозвона. Proof, please, proof. Так, он там внутри, пошли сюда. Где-то в ячейке сидит, наверное. В конце он в своих дверях сидит. Убит. А, педрило, блядь. Другой. Сто десять. Сто одиннадцать. Сто одиннадцать, да. Вот шкаф. Он запароленный, да. Готов туда ставить, да? Несколько. Готов? Да, да.
Залетай. Красавчик. Так, все, теперь я делаю туда дверь. Садить хотя бы вас. Сяду. Подожди, я не могу, почему? Я не могу застроить. Рейс, подожди. А, все, я так сделал, лол. Замок делается. Все готово. Можно упаковываться. Фух, отбили базу. Красавчики.